17 марта в зале районной администрации прошло заседание Общественной палаты Северского района. Впервые за долгое время встреча проходит в очном формате. Открыли заседание церемонии выдачи удостоверений членам палаты. Глава муниципалитета Андрей Дорошевский в приветственном слове выразил готовность к слаженной и плодотворной работе. Уверен, что палата способна на себя взять значительную часть усилий по активному продвижению проектов, инициатив, которых нужен широкий общественный интерес, важен для развития района и сама реализации граждан. Главные вопросы на повестке дня – подведение итогов работы в 2021 году и планы на следующий. Председатель Владимир Карпенко напомнил собравшимся задачи Общественной палаты. Общественная палата призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, некоммерческих организаций и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития муниципального образования Северского района, а также защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов. В ходе заседания члены палаты наметили план работы на 2022 год. Глава Северского района Андрей Дорошевский дал поручение мониторить цены на сахар в магазинах района и сообщать о нарушениях и спекуляциях. У нас сформированы в администрации района, поселений группы, которые мониторят рост цен. Соответственно, мы сообщаем и в полицию, и в прокуратуру. Если и вы еще подключитесь, и граждане подключатся, я думаю, нам будет более проще отслеживать данные тенденции. В завершении встречи обсудили работу ресурсоснабжающих организаций.